Всем привет! Вы на канале M-Tuning. Очередное видео. Меняем решетки, вот эти грили, на стиль M. Вот такие вот они будут у нас. Вот так это будет выглядеть. Сейчас посмотрим. Полированные все, шикарные. Смотрим замену. Для этого вам нужно снять вот эту резинку и открутить вот эти болты. Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь болтов. И будет отогнуть легче вам, чтобы снять решетку. Вот эти мы сняли, да, болты. Здесь немножко другие отличаются, два по краям. Не знаю, для чего это сделано было, но вот так вот. Просто берем отвертку меньшего размера, да, и вытаскиваем все. Здесь и здесь. Вот, мы это отстегнули. Сейчас, чтобы снять, вот они, видите, эти клипсы, и здесь просто вот под эту отдвигаете и засовываете руку и снимаете вот те нижние, которые клипсы там идут дальше. И также с той стороны. К сожалению, видео не могу снять одной рукой, не удержать. Надо заказать крепеж, будет специально для камеры. Ну, вот так вот будет, да, понятно всем. Вытаскиваете, и вот те крепежи. Да, первая решетка, она снимается сложновато. Нужно вам руку, как говорится, вот. Вот, как видите, вот здесь вот так засовывать сюда вовнутрь. И вот таким макаром, как говорится, отстегивать. Вот здесь, вот здесь. И потом отверткой нужно вам вот здесь будет. Отверткой вот здесь нужно будет так чик поддеть, чтобы снять вот это вот. В этом сложности есть свои. Ну, как говорится, нам удалось. Установка просто. Не занимает никаких проблем. Делаем. Берем вашу новую решеточку и ставим в оригинальные пазы. Вот так вот она будет. Как вы видите, одна. И сейчас вторая. Нужно защелкнуть, просто еще не защелкнул ее. И вот так вот вторая сейчас. И вот так выглядит вторая. Внешний вид бомба. Да, видок, конечно, поменялся, пипец. Решетки дают многое. Диски, решетки. Вот так вот это выглядит. Ну вот, финишные решетки готовы. Установил на все, про все ушло 15 минут. Как вы видите, выглядит офигенно. Качество шикарное. Все, всем спасибо. Вы были на канале M-Tuning.